Я, голос Иван Николаевич, являюсь действующим сотрудником органов внутренних дел и работаю в должности участкового инспектора милиции. Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ. Но вместо этого мы отставим интересы лишь одного человека, который насильственно захватил эту власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие, вернув власть народу. Коллеги, я призываю вас прекратить это насилие и не наставлять оружие на мирных безоружных граждан. Я, голос Иван Николаевич, в 2015 году присягнул на верность Республике Беларусь и ее народу. Я не увольняюсь из органов внутренних дел, но исполнять преступные приказы я не намерен. Тихановская Светлана Георгиевна, вы мой законно избранный президент. И в данный момент я жду от вас приказов по защите Республики Беларусь и ее граждан. Коллеги, я призываю вас, будьте с народом.